Инфопресс. Здравствуйте, в эфире программа «Инфопресс». О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. На минувшей неделе все желающие могли поприсутствовать на необычном мероприятии в коворкинг-центре «Вход», где заинтересованные и не очень лица подводили своеобразные итоги срока Белых на посту губернатора Кировской области. Спикерами по теме выступили глава департамента по вопросам внутренней информационной политики Борис Веснин и депутат областного заксобрания Дмитрий Русских. Последний, как пишет газета «Бизнес-новости», заметил, что приход к власти Белых после Николая Шаклейна он воспринял как большой праздник. Мол, новый глава региона был энергичнее и активнее, и многие действительно поверили, что по развитию сможем наверстать то, что потеряли при предыдущих губернаторах. Однако к Белых у Дмитрия Русских оказалось несколько претензий, главная из которых кадровая. По его словам, у Никиты Юрьевича как будто была уверенность, что он сможет вытянуть область в одиночку. Думается, теперь таковых заблуждений он не испытывает. Инфопресс. Сергей Солодовников стал чем-то вроде супергероя для Кировской области. И как пишет газета «Источник новостей», на имя главы города трудовых коллективов и общественных организаций поступили ходатайства о присвоении почетного звания людям, которые внесли значительный вклад в развитие и благополучие Кирова. Среди них оказался и руководитель кировской полиции Сергей Солодовников. Вообще же говоря, было бы довольно странно награждать человека чем бы то ни было за простое и добросовестное исполнение им своих же обязанностей. Между тем, кировские полицейские с подачи своего генерала наметили основные пути работы в этом году. Как пишет газета «Ветский наблюдатель», по словам Сергея Александровича, помимо прочих дел, полиция будет теперь особое внимание уделять наведению порядка в лесопромышленном комплексе. Кроме всего прочего, он отметил, что в феврале в Кирове прогремит новая громкая фамилия и новое дело. Вот уж действительно, а то полицейский сериал о господине Солодовникове в Кирове стал казаться немного затянутым. Инфопресс. Был обозван горьким пьяницей, сетует в Твиттере редактор «Эхо» Алексей Венедиктов, на что Никита Белых заметил, а кто-то только что в бассейне поплавал и скоро на тренажеры. Третий собеседник, радиоведущий Василий Уткин, лишь подчеркнул, что это совершенно понятно, ведь у кого-то скоро выборы. Удачи в делах, это был «Инфопресс» с Игорем Рысевым. «Инфопресс».